Привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Кухня на троих». Сегодня мы вам покажем вкусный и легкий рецепт салата из простых продуктов. Берем 200 грамм вареной куриной грудки и нарезаем кубиками. Из этого количества ингредиентов, которые мы используем в салате, получится 2 порции. Если вам нужно больше, увеличьте все ингредиенты в 2 раза. Одну крупную или 2 средних вареных моркови также нарезаем кубиками. Стоили 150 грамм соленых огурцов, нарезаем кубиками. Два вареных яйца нарезаем также кубиком. Небольшой пучок укропа нарезать мелко. Несколько перьев лука нарезать. Соль и перец по вкусу. Добавляем 2 или 3 столовые ложки майонеза и хорошо перемешиваем. Невероятный и простой рецепт салата, который можно готовить для всей семьи ежедневно. Пробуйте и пишите ваши комментарии. Приятного аппетита! Благодарим за просмотр.